Доброго времени суток. Сейчас я вам показываю одну из последних работ. Это дерево или кустарник на скалах, на скале. Делал я ее примерно, работу, часа 4-5. Просто часть там камней дособирал, ну, все остальное выставлял. Сейчас я вам просто покажу, как это выглядит. А потом более так подробно расскажу, покажу. У меня нет, как некоторые вот спрашивают, говорят, а где у тебя фронт будет, где тыл, где передняя часть, задняя. У меня этого ничего нет. У меня, в принципе, все это идет в формате 3D. Можно посмотреть с любой стороны, и с любой стороны что-то будет видно, и притом нормально. Практически я стремлюсь так со всеми деревьями работать, со всеми композициями. Давайте теперь поближе посмотрим. Вот. Это кизильник. Вот он такой старый, весь потрепанный. Скалы уже зацвели. Это беречина. Маленькая, она такая карликовая. В общем, довольно-таки редкая. Многие не видели, не знают, что такая есть. Это спиреи. Все остальное это спиреи. Вот там спиреи. Вот спиреи уже зацветает. Здесь спиреи цветет. Вот она. Что еще здесь представлено из растительности? Мох. Это мшанка. Везде. Ну и в принципе все. Это мертвый корень. Это для красоты, так скажем, делал. Это тоже мертвый корень. Вот здесь мертвый корень еще. Ну, в общем, вот так вот как-то. Вот такая у меня вышла. Но самое тяжелое, что почему я долго не делал, у меня давно эти камни лежали. Бонсайница ландшафтная, все это давно было. Не было мелких растений, кустарников или деревьев. Ничего такого интересного мне не попадалось. Ни вязы, шмязы, ничего я китайский не хотел делать. Вот, в конечном итоге вот попалась спирея. Ну, она довольно-таки маленькая. Ну, немножко ее, конечно, придется подформировать. Вот, ну, что я хочу сказать. Я вот не так давно видел, ну, можно сказать, ну, не такую же композицию, как бы на камнях. Значит, там присутствовали азалии и лапчатка, по-моему. У одного японца, ну, довольно-таки, наверное, известного. Ну, когда он это сделал, там все дико аплодировали, все там довольны. А я посмотрел, не знаю, это мое личное мнение, ну, просто у него получилась какая-то клумба на камнях. Это мое личное мнение, мне как-то это не очень понравилось. Хотел он, видимо, тоже вот в таком плане что-то сделать. Ну, надо или камни больше, китайцы делают, когда вот такие вот дела, у них очень большие композиции получаются. Если нормальные, там все хорошо сидят, и японцы хорошо тоже делают, и как сосны, например, там на скалах или еще где-то, но это все большие композиции, это очень красиво, сосны, мне очень нравится. Там какая-то группа сосен, просто восхитительно. Верх, наверное, совершенство. Но это материал надо найти. И помимо того, что надо какие-то сосенки найти, там или можжевельники, надо еще найти хорошие камни. А это природные. Вот у меня это природный камень. Это камень из Китая. В свое время у меня было очень много точек, где я что-то брал. Бонсайницы мне оставляли от померших. Бонсайницы, камни оставляли. В общем,
Вот сейчас я это все дело использую. Не спешу, делаю потихонечку. Вот здесь спирея, она сделана, как будто не сделана, выглядит, как будто дерево выглядит. Ствол такой довольно-таки толстый. Вот. А здесь спирея уже просто идет кустарником. Просто. Вот. Здесь вниз она свисает. И самое интересное, что вот мертвые стволы, да, есть, попадаются вот везде, много мертвых стволов. Я их не буду удалять, резать. Кто в природе, вот когда идешь в лесу там где-то, кто тебе это удаляет, какие-то старые мертвые ветки? Никто. Значит, надо быть ближе к природе как-то, если ты делаешь, ну, конкретно композицию. Ну, это, опять же, мое мнение, никому не навязываю. Всем пока, всем здоровья.